Всем привет! В сегодняшнем видео попробуем с вами потестировать гель для бровей и сравнить его с эффектом от мыла. Давайте приступим. Я решила провести такой эксперимент, потому что у меня очень непослушные брови, которые никак не хотят находиться в том положении, в котором я хочу, чтобы они находились. И я вот купила такой гель для бровей от Vivienne Sabo. Фиксатор, который вроде как все рекомендуют и любят, но решила, что почему бы не попробовать и столкнуть этот гель для бровей с техникой таких мыльных бровей, я не знаю, как это назвать правильно, но я ее использовала именно в последнее время. Сегодня я с правой стороны воспользуюсь мылом. Быстренько покажу эту технику. Нужна вот такая чистая щеточка для бровей. Я ее намочила. Затем беру мыло и хорошенько, ну, как бы создаю такую мыльную, не знаю, пену, что ли. Зачесываю волосики именно так, как мне хочется их видеть. И по-хорошему брови должны в таком положении остаться целый день, что является эффектом, которого я хочу добиться. А на левой стороне попробую вот этот гель для бровей. Я его еще ни разу не открывала, но я много подобных штук пробовала. Мне кажется, самый хорошо удерживающий — это гель для бровей от Art Deco. Здесь такая достаточно большая щеточка. Мне кажется, даже слишком большая. Пока нет ощущения, что брови прям закрепились в одном месте. Может быть, гелю нужно дать время подсохнуть. Так, ну и с мылом у меня ситуация тоже так себе, потому что она прям белая. Сейчас я попробую немножко почистить. Гель пока не очень держит. То есть они уже, волоски уже опускаются. Я сейчас нанесу немножко помадки для бровей от L'Oréal, чтобы сделать их чуть более полными. Но здесь прям на правой стороне ощущается, что волоски закрепились и стали такими твердыми. Если вам это ощущение не нравится, то вам, наверное, не очень и понравится эта техника. Меня не смущает такое ощущение на бровях. Главное, чтобы они оставались в одном положении. Я предсказываю, что гель для бровей не так хорошо продержится, просто из того, что я уже чувствую разницу. Начинаю я эксперимент в 12:30 дня, пополудню. Попытаюсь целый день походить, показать вам, может быть, через несколько часов. И в конце дня посмотрим, что я вам говорю, я уже забыла. В любом случае, я вам покажу, как будут брови выглядеть через некоторое время. Как-то так. Окей, всем еще раз привет. У меня без 15, фактически 7. Я думаю, что это было достаточно время для того, чтобы сравнить два средства для бровей. И на самом деле я приятно удивлена гелем для бровей от Vivienne Sabo. Сравнительно хорошо держит брови, ну как, не идеально. Мне бы, наверное, хотелось больше чувствовать, что он держит, но неплохо. И меня немножко разочаровал метод с мылом, потому что, вот видите, да, как волосы вниз стали идти. Плюс я, видимо, не совсем правильно делала, потому что немножко кусочки мыла здесь были видны, что не очень эстетически симпатично выглядит. Поэтому супер! Я поначалу думала, что гель для бровей проиграет, но, похоже, он справился со своей задачей. И я довольна, я не зря, значит, его купила и буду использовать, продолжать. Так что вот такие у меня сегодня результаты. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Я постараюсь, наверное, по одному видео в неделю выкладывать. Посмотрим, как пойдет. Два, скорее всего, не будет, но я надеюсь, что вы
Будете продолжать смотреть. В общем, до скорого.